Всем привет! Друзья, в наших магазинах, в торговом центре «Галилео», а также на «Кульмана 11» есть очень красивая экспозиция шторных тканей. Вы посмотрите, какие шикарные павлины! Это жаккард, прекрасная ткань, которая может понадобиться вам как для пошива декоративных подушек, так и просто для штор. Выглядит очень дорого, и она невероятная. Из нее, кстати, наши клиенты также шили корсеты и даже бомберы, а еще свитшоты. Вы представляете? Есть вот такие варианты жаккарда. Также в шторной экспозиции у нас представлены очень популярные портьерные ткани, например, канвас. Большая палитра оттенков. Вы точно выберете что-нибудь для своего интерьера. Портьерный канвас – это довольно легкая, но плотная шторная ткань. Вот это ее изнаночка. Вот такая вот лицевая сторона. Она немного бархатистая и имеет небольшую зернистость визуально. Очень красиво и мягко смотрится в интерьере на окошке. Такие расцветки есть. Есть яркие, есть более пастельные оттенки. И такой яркий терракот, который отлично будет освежать вашу комнату. Дальше идем. Здесь у нас жаккард в таких более серо-коричневых оттенках. Необычный, даже сказала бы уникальный. Такого точно ни у кого не будет. Также есть у нас тюли. Детские тоже вуали. Однотонные вуали. И с рисунком тюли, с вышивкой. Также сразу же есть подкладочные ткани для штор. Ширина у всех тканей портьерных преимущественно 280-300 сантиметров. Ориентируйтесь на нее, она идет в высоту. Так, вот такие тюли королевские. Ссылочка на все шторы, а также на тюли будет в описании под видео, так что заходите и смотрите в нашем каталоге уже более подробно. Будут прописаны все характеристики, страна производителя, также ценник. Корректные оттенки тканей, конечно же, могут отличаться в зависимости от освещения. У нас здесь искусственный свет, поэтому они немножко могут быть другого оттенка, чем у вас будут уже на окошке при естественном освещении. Есть еще из последнего нового поступления вот такая очень красивая органза жаккард с утяжелителем, как иней на окошке. Также у нас есть бархат для штор. Очень красивая плотная ткань с таким благородным блеском. Кстати, эту ткань используют также для пошива платьев. Она очень такая тяжелая, падает тяжело и красиво, и по-королевски смотрится. Ткань совершенно не тянется, но некоторые дизайнеры используют ее для пошива платьев. Это вам лайфхак. Кто занимается шитьем одежды, производством, присмотритесь. Здесь ширина 300 сантиметров. Вы представляете, какой расход?
небольшой получится для платья. Так, дальше у нас портьерная замша. Вот такие оттенки есть. Очень красивая, она мягкая на ощупь. Бархатное такое велюровое покрытие. Совершенно не просвечивает. Изнаночка здесь вот такая. Красиво и ярко смотрится в интерьере. Ссылка на всю категорию шторных тканей будет в описании под видео. Заходите, смотрите. У нас еще на Кульман 11 есть магазин, где представлены другие варианты портьерных тканей. Приезжайте, куда вам будет удобнее, и выбирайте. Также, кстати, в ассортименте есть шторные ленты и люверсы, а также другая фурнитура для пошива штор на Кульман 11. А это был ассортимент нашего магазина в торговом центре «Галилео» на нулевом этаже. Ждем вас в гости!